Бегу. Кстати, да. У меня есть масло против драконидов улучшенное. Что-то я посмотрел. Я же брал этот эликсир. Вампиров, инсектоидов, призраков. Улучшенное. Я могу сделать отличное. Масло против драконидов. Желудок куролиска нужен. И альбедо. Ну, альбедо я смогу, наверное, сделать. Если я найду белую чайку. Точнее, что-то для белой чайки. А так я, скорее всего, ничего не найду. То я в жопе. Ладно, неважно. Как вам поднимать... А, вижу. В какой задницу у вас лестница? Вот кто это обходить все будет? Вы не могли вот в нормальном месте все поставить? С другой стороны эта лестница поставить? Все? Нет, надо... Вот теперь я не могу забежать. Ведьмак, ты просто... На поворотах тебя заносит капец. У тебя как-то поворачивалка не работает. Амортизатор там прицепи, не знаю, куда-нибудь. Так, я надеюсь не скатиться сейчас. Кровь. Должно быть, драконид крепко тут приложился. Наверное, он упустил корову, его мотнуло в воздухе. Вот он и поранился. И к лучшему, тем легче будет его выследить. Ладушки. Так, драконид, говорите, да? А это значит что? Это значит, что мы накладываем масло против драконидов. Следы крови драконида едва заметные. Я на верном пути. Так я же только что увидел, что ты делаешь? Ну спасибо большое. Вижу, вижу, вижу. Не вижу, не вижу, вижу. Вижу, не вижу. Надо здесь какую-нибудь зону у нас играть это. А, лучше это время вперед. Здесь у него хлынула кровь. Выходит, рана была серьезнее, чем я предполагал. Я сейчас дохшего найду, что ли? Даже сражаться не надо будет. Здесь это обрывает след. По-моему, там его жрут уже. Пахнет брагой. Скорее всего, драконит напал на местную демократию. Фак. О, да. О май гад. Я пропустил тот момент, когда они взрываются, да? Эй, чувак. Вот же дерьмо собачье. А, ну да, он должен встать и взорваться. Я, пожалуй, не буду ждать, пока его разорвет нахер на куски. Спасибо. Большое спасибо, слющий. Вообще капец. Ой, вообще удружили, слющий. Капец. Нормально сойдет. Продам, будет просто шикарно. Есть у вас картошка? Нормально, сожрем. Сожрем. Белорусы будут рады просто, капец. Белорусы зашли, его просто поклонились, это место помитидировали здесь 300 раз, записки самогонщика. Окей. Спасибо, я не буду это читать. А у вас есть здесь что-нибудь такое, чтобы херануть? Да как, просто зашло-то все шикарно. Он приземлился на крышу винокурни, пошумел немного и потом полетел дальше. Ну окей. Следы лап. Похоже, он слишком устал, чтобы лететь дальше. Ути малыш просто устал. Он просто спокойно ночь малыши, знаете. Позевывая, шел такой плюх. И решил уснуть там, где я остановился. А тут приземлился второй драконит побольше. Подождал, пока маленькому станет лучше, и они полетели вместе. Их будет легко выследить у того, что поменьше по-прежнему шла. Ничего, против двоих драконидов сражаться? Погнали. Значит, они летели вдвоем. Наверное, возвращались в гнездо. У вас тут
Корова? О, еще корова. Лежит тут гораздо дольше. Что тут, следы огня? Это не виверна. Должно быть ослизги, только они дышат огнем. Они тут хорошо, наверное, устроились. Окей, что-то новое. Здесь след обрывается, но бьюсь об заклад, что там наверху у них гнездо. Ну нихера себе. Какая большая жирная жопа. А ослизги это... Дракониды тоже, да? Ну, по крайней мере, он был похож на драконида. Ящер-матриарх. Чё-то чувствую, жопа сейчас будет. Ладно, неважно. Чё-то жопу не чувствую. Ой, больно будет. Так, я, пожалуй, бутерброд с ветчиной сожру. Знаете, просто проголодался просто. Гниющее мясо. Пожалуйста, уберите гниющее мясо. Близ. Потрошенную рыбу давай. Ставим. Так, значит, тебе мамочка помогла. Мне что, двоих, что ли? Убивать? Эй! Иди сюда, сраная тварь! А? А можно это самое бить по врагу, когда меч проходит сквозь его тушу? Плиз. Ну нихера себе привет. Знаешь что, я так-то могу тоже сейчас выстрелить. Ага. Ах ты дерьмо собачье. Ах ты тварь, а? Осмотреться. А, окей. Осмотрюсь. О, звуков нету. Сюда иди, ты чё бросила до своего сына, дура что ли? Больная нахер. Ну что-то здесь как-то не учитывается звук удара. Ну ладно, пора забрать трофей. Уничтожить гнездо с яйцами. Не вылупились. Okay. Надо все сжечь. А где? А. Ну, конец. Окей. Не знаю, зачем мне черепушки, но я возьму. Я подгорел на своем же собственном костерчике нормально. Пойдем. О, красный мутаген! Красный мутаген! И давай, пожалуйста, тоже красный мутаген. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting! Anyway, я не знаю, такие там слова были или нет, но мне насрать. We are the champions. We are the champions. О, как же хорошо-то. О, просто вот я бы сейчас взял и передернул бы затвор дробовика и пошел бы людей на улицу стрелять вниз его, а в нем были бы плюшки. В нем были бы только плюшки, ребят. Так, вот это сколько стоит? 426. Так, что у меня стоит копейки? Просто перегружен. Ну ничего, давайте вот это все выбросим. Мне надо что-то другое выбросить. 1600. Ох, ни хрена себе. Мощь Игни. Шанс вызвать. Но здесь мне нравится шанс вызвать течение. Модификатор шанс отрубить конечности. Еще дополнительный опыт за смертельный удар по чудовищу. Тут шанс вызвать отравление, шанс критического удара. Ну, здесь тоже у меня 10%. Дополнительный урон при критическом ударе. Ну, это так. Пробитие доспеха зато есть. А, я остаюсь верен школе кота. Даже учитывая то, что этот меч намного лучше, даже по урону. Но мне похер, если честно. Так, давайте самый меч, который меньше всего стоит.
Вот это вот. Просим. Получить награду за решение загадки, это пофиг. Так-то нифига тут задание. Я же здесь, да? Ага. Я прям пришел туда, куда нужно. Зашибись. А, ну да, да, мутация, мутация. Как? Я же большой красный мутаген находил. А, мне нужно снять? Окей. Yes. Здесь нужно 3 больших красных мутагена, вы издеваетесь. Позволяет использовать фехтование. А стоять, а это же тоже могу прокачивать, да? А что за фехтование? Позволяет использовать фехтование. Что это значит? Позволяет использовать алхимия? Что это значит? Фехтование? То есть мне нужно прокачать вот это, чтобы это... Я что-то не понимаю, что это значит. Позволяет использовать. 3 из 3. Так, а здесь что? Каждый смертельный удар мечом расчленяет противника или активирует добивающий удар. Каждый удар оружием. Окей. Каждый раз, когда вы получаете урон в бою, атакующий вас противник получает 1.5% нанесенного вам урона за каждое очко вашего уровня интоксикации. Знаки могут наносить критический урон. Чем выше мой знак, тем больше вероятность и размер критического урона. Шанс 37% нанести дополнительные 167% урона. Противник, убитый критическим ударом знака, срывается. Но это все не нужно мне. Может, здесь что интересное есть? Знак АР, дополнительный эффект заморозки. Это херня. Каждое очко адреналина снижает полученный урон на 15%. Тоже неплохо, в принципе. Каждое очко интоксикации увеличивает урон мечом, мощь знаков на 70%. Ну я мало я когда с интоксикацией бегаю. Урон от арбалета увеличен, охереть просто. Это тоже бесполезно. Самое полезное это вот. Больше ничего нету. Теперь можно активировать только одну мутацию. Окей. Мутации усиленные синапсы улучшаются автоматически по мере развития других мутаций. Со временем она позволяет открыть дополнительные ячейки умений. Жмите Escape, чтобы вернуться в окно персонажа. Активная мутация. Знаете, какая мутация активна в данный момент? Можно в окне мутации или в окне персонажа. Мутация усиленные синапсы улучшается автоматически по мере развития других мутаций. Время... Ага. Вы против... Ага, окей. Убийственная контратака. Чтобы открыть необходимо... Улучшенные усиленные синапсы. Еще 2 мутации нужно? Или в сумме 2? Так, давайте проверим. Я думаю, просто к тому моменту, как у меня будет... Ей. Ну, к тому моменту, как у меня будет еще один красный мутаген. У меня будут и очки умений. Я же сохранился, да? Давайте это прокачаем. Дополнительная ячейка. Благодаря мутации усиленной синтезы вы получили дополнительную ячейку умений. Цвет умений, который может быть активирован в дополнительной ячейке, должен совпадать с цветом активной мутации. Продвинутая мутация, обозначенная желтым цветом, требует нескольких разновидностей мутагенов. Зато позволяет использовать любые умения из группы бой, знаки или алхимия. Окей, то есть я могу поставить сюда, допустим, сейчас... Ага.
Ага. Ну, допустим. Я могу поставить это сюда. Почему мне сняли сейчас красные херни отсюда? Потому что я... Ага, понял. Потому что я просрал мутаген. Так, а у меня есть что-нибудь? +5%. +5. Ладно, пусть будет +5. Ладно. Пойдет. А чё это у вас здесь ничего нету? О, что-то вижу. Тихо, но. Там пердёт. Репортаж капитана. Репорт капитана Фиробраса. Фиробрас. Классный просто. Фамилия. Вызванный мною ведьмак прибыл в Уссар. Тоже обалденное название. 12 сентября. Жалко, на один день позже. Он произвел хорошее впечатление. Я ожидал встретить хладнокровного убийцу, а разговаривал с кем-то, кого мог бы принять за обычного человека, если бы не его обширные знания о повадках чудовищ, два меча за спиной и медальон с головой грифона на груди. Джером, так его звали, задавал много вопросов по поводу бестии, которую видели у замка Монкран. На основании моих ответов он идентифицировал это существо как лешего. Во время нашего следующего разговора ведьмак выразил удивление тем, что ему предложили высокую плату вперед, еще до того, как он прибыл в Туссен. Мне понравился этот человек, и я хотел быть с ним честным. Вопреки... да что ж такое-то? Это у меня в Ведьмаке только такое, по-моему. Вопреки данному ранее обещанию, я признался, что все вознаграждение обещано сударем Моро, чародеем, который этим даром решил облагодарить нашу общину за теплый прием. Когда Джером услышал имя чародея, то сперва побледнел, а затем впал в ярость. Он крикнул, цитирую, «Сейчас я поговорю с этим старым ублюдком!» После чего помчался на конюшню, оседлал своего гнедого жеребца и ускакал, оставив часть своих вещей. Его видели на дороге в Монкран, а потом он пропал бесследно. Мастер Моро утверждает, что ведьмак до него так и не доехал. Замок Монкран. Интересно, что случилось на Монкране? Я такой, интересно! Надо будет поубивать людей! Ох. Но это было эпично, когда два ублюдка летали. Одна битва какая-то, знаете, второстепенная, эпичнее, чем основная битва в Скайриме. Ну, это так, просто немножко поднасрать-то надо было. Теперь я могу с уверенностью говорить то, что Скайрим говно собачье по сравнению с Ведьмаком. Да и Обливиан тоже. А Морвинд-то тем более просто. А тут все надо иметь, и скилл, короче говоря, и просто время свободно много, потому что... Так, стоять, это что у нас за говно собачье? Ну-ка иди сюда. Ты-ка иди сюда. Если ты куролиск, то. Я слышь, я твоя мамка считал. Иди сюда. Сокровище под охраной. У меня тут такое дело к тебе. Да, что-то с модельками. Это новые враги. Их не было в основной игре. Фак. Поэтому что-то у них с модельками не то. Что-то вообще изи. Даже не почувствовал. О, даже красный мутаген, плиз. Плизкин. Большой глифини. Да, дал красный мутаген. Кстати, я сейчас могу все, столько все ставить. Ну это же в броню идет. Так. Мощь Аксия, мощь Арда. Мощь Ирдена. Мощь Аксия, мощь Квена. Давайте вставим мощь Аксия. Окей. Это тоже. Мощаксия. Ну, я не знаю, давайте поставим. Нет, надо что-то мечи ставить. Что у меня здесь? Шанс возгорения, сила атаки, мощь знаков. Шанс вызвать заморозку, мощь знаков, сила атаки. Глушение. Глушение. А, жалко, нельзя вытащить никак. Что-то я что-то не посмотрел.
Да, вот это, конечно, они сюда разместили. Я просто смотрю сюда, тут что-то есть, а сюда-то я не посмотрел. Ну просто тут дофига всего. И почему вот это висит в оружии? Я вообще не понимаю. Вот это вот. Очки какие-то, почему это все? Это, в принципе, сюжетный предмет, почему оно здесь размещено, я вообще не понимаю, ну да ладно. Что было в сокровищах-то? Сокровище, капец, сокровище. Ух ты, ни хрена себе. Павел, возьмите мальчишку Катона и напоите его сегодня вечером, только чтобы до бесчувствия. Он мелкий засранец, так что много ему не понадобится. Как же уже будет пьяный в дугу, свяжите его хорошенько, а потом нафаршируйте волчьими ягодами и серой, как откармливают гусей на совину. Говорят, драконы страшно падки на девственниц. Так что, может, эти летучие твари из холмов напутавших польстятся на нашу ягодку. А если вы его сперва как следует подготовите, гад его сожрет и сдохнет. Только следите внимательно, как будете гадом ужин подкладывать. Довольно я уже людей потерял, Филиберт. Нормально? Вот черника и сера. Отлично. Взял с трупа, короче говоря, начиненного. Молочные ягоды, черничку. Так, о, знаете, как это старый анекдот. Про двух патологоанатомов, которые вскрывают трупы. И про то, как гречка теплая. А у тебя что? Ну, у меня гречка еще теплая. Если вы не знаете, то и не надо узнавать, вдруг вы там едите мороженки. Это очень странная битва. Битва просто инвалидов. Он упал! Окей. А это у него мутация? Да, видимо, мутация показана рядом с этими. Ух ты, ни хрена себе. Так, иди сюда. Сюда иди. Совсем охерел. Козлина. Не знаю, что они здесь расходились. Я просто тут такое иду, а тут оп, разбойники. Но это было реально выглядело как все, ну, очень тупо. Так, а мне. Ну и куда ты меня тропинка привела вообще? Что это за жопы? Тут есть у вас нормальный вход вообще? Отлично. Беши ганзы. Иди сюда. Найс. Окей. Затрахали. Нет. Охереть. Да пошел ты в жопу, этого бью, второй прибегает. Вау. Отличный фонарик. Ну и что это? Стойка, факел. Иди нахер. По-моему, как-то многовато в этом DLC битв, там 500 на одного. Ну, замечательно. Мне особенно понравилось, как... Как... Вот это замечательно было. Офигеть. Это зашибись просто. Какие-то чуваки 40-го левела меня уделывают.
зонах, окруженный темными легендами. Идеальное место для бандитского. А может он не говорит? Да ну нахер. Найс. Они на него агриться-то будут, нет? Найс, нет, никто не пофиксил, просто наконец-то начал работать акции нормально. Ну, сколько мне еще ждать? Ты с такого расстояния начинаешь стрелять? Да ну нахер! Я что, двоих только что убрал? А это было странно. Ну, это уже пошло получше. Окей. Так, стоять. Здесь можно... Лучше, нет? Я. А, во. Отлично! Вареник! Пельменник. Иллюзия. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Ну, можно сразу вниз, а я все равно выйду наверх. Нет, там еще зареспаунится все дела. Но я в любом случае сейчас это убежище Ганзы поимею. Так, это мне не нужно. Сыр? Кто сыр прячет рядом с книгами? Что, заняться нечем, что ли? Может, бухло у вас есть какое-нибудь? О, другое дело, краснолюдский спирт. Найс. О, химические гильеты ведь нисколько не весят. Вы сколько угодно носить. Пойдет. Ну, наверное, но оказалось на самом деле. Я как-то немножко переоценил возможности этого дела. Так, это что такое? О, кнопочка. Кнопочку. Халява? Халява будет, нет? Дневник Моро, Ведьмаки, бла-бла-бла. Так, мне донесли, что Джером уже прибыл и остановился в Уссаре. Я настолько возбужден, что не могу работать, однако я должен сохранять спокойствие и воплотить свой план. Он приехал совершенно неожиданно, тут же, как стемнело, очень изменился, исхудал и весь в шрамах. Разумеется, он взбесился, что я заманил его сюда под фальшивым предлогом. Но что же мне было делать? Когда-нибудь он сам будет отцом и поймет, что мной движет. Я открыл в кабинете портал и перенес Джерома в лабораторию. Так вышло, что я исчерпал активирующий кристалл, но, к счастью, у меня есть запасной. Я дам мальчику немного времени на размышления, потому что хотел бы, чтобы все прошло по-хорошему. Потому что я подготовлю аппаратуру. Кажется, надо заменить кожаные ремешки у стола на новые. Итак, ведьмака втянуло в портал. Так, где? Где он может быть? Сейчас. А стоит мне туда идти, или может мне... Сначала всех наверху поиметь. А пойдемте сначала всех наверху поимеем. Потому что вдруг меня выкинет куда-нибудь в какую-нибудь жопу. Тут я... Окей, погнали. Тут, правда, опыта. Дополнительный опыт кончается. 48-й. Holy shit. Я что думаю, я пойду от вас, пацаны. Окей.
Найс. Пусть работает на меня. Привет. Сори, пацаны. Просто так получилось. Надо акти почаще юзать. Поговорить? Мог с ним, можно было с ним поговорить? Ох ты, нихера себе. Давайте отойдем, пожалуй, от лучников. Он побежал. Оп. Что это, сука? Сам, сука. Что ты начал опять? Сука, от суки я слышу. Ну нихера себе. А я же уходил от него. О, как же они распадаются на кусочки-то, а? Просто жесть. Так, я еще, пожалуй, сгоняю. Так, где тут? Нет, другой, другой. Больно, больно, больно. Уже больно? Я даже ничего не делал. Хорошо, что не прерывает. Давайте-ка он порубит всех сейчас. На мясо. Зашибись. Жесть. Сейчас могу сдохнуть. Могу сдохнуть. Не сдохну. Не любишь серебро, да? Какое серебро, ты о чем? Жопа с ручкой. Тупо забить, заспамить. Кто еще остался у вас? Ты? Сука, убью. Давай, тебя. Давай. Убей меня. Быстрее, быстрее. Фак. Он просто сдох сам по себе. Все, это все? О, тут еще что-то сверху есть. Стоять. А что это за значок? Я уже забыл, что это за значок даже. А что это за значок? А, это сигнальный огонь. Ладно, я понял. Сейчас главное не сдохнуть с высоты, знаете, а то ничто не убивает, кроме высоты. Во всех играх почти. Ну, обычно это кривое управление виновато, но... Но кривые руки игрока тоже. Ой, я смотрю, ты со щитом. И что мне делать со щитами, я не помню. Я даже не знаю, как сюда добраться, если честно. Пам-парам, вот это мне понравилось. Так, и чё? Чё-то я не вижу, как туда зайти. Сюда, ублюдка. А, вижу. Он заклятиями кидается. Нехорошо. Нехорошо, да. Нет? Ну ладно. Пам-парам, 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 пам-парам.
Еще? Да, контратака сразу переходит в мясо. Что у тебя есть? Вот свин... О, подождите, а вот это? Баклерский стальной меч. На. Не то выбросил сейчас. На. Стоять. Ага. Середина меч школы змеи бросил так что. Вот это надо было бросить. Курить надо было бросить. И спайсы втирать. Во все места. Так, как мне наверх-то подняться? У вас где-то здесь есть лестница? О, найс, вижу лестницу. Но здесь какая-то, что-то непонятная какая-то херня, которую ведьмак никак не может обойти. Спасибо ему. Люблю его за это. Что ты делаешь? Сейчас как пиздану. Ты один? Ладно, погнали. Иди, иди сюда. Попытка номер два. Или три уже. Я просто не видел. Еще. Следующий будет добивающий. А, он просто так сдох, нормально. Ой, ну у тебя портянки-то видно. Пес тебя ехал. Вау. Не то сейчас сделал я, по-моему. Я кнопочкой ошибся. Прости, что я запаниковал малость. Господи, ты далеко будешь там сидеть? Капец просто. Залез нахер на вершины мира. Я запрыгнуть не могу сюда, только по лестнице можно. Ну ладно. Ой, мамочки, как же я люблю понавалять. А это ты зря. А это ты зря. Ой, мамочки. Как же я ну, сколько мне еще ждать? Магия! Чары какие! Понял? Что ты снимаешь там мне? Так, а быстрый удар канает. Нам не упасть. Сейчас я тебе как ёбну. Ёбом топнул, окей. Так быстрее, если честно. Я же кот, я должен убегать. Ну, нормально, мне понравилось, как я не попал. Вот это мне тоже понравилось сейчас. Обалденно было. Магия. Чары какие-то. Хорошего понемножку. Ну, отлично, он разлетелся, это тоже было прекрасно. Ну это я возьму, и это тоже возьму. И сейчас, кстати, продам по-быстрому. Так, я могу сейчас выпить зелье, которое прибавит мне переносимый вес. Где оно? Вот это. А-а-а, наркомания. Что-то еще есть? Надо еще чем-то наживиться тут. Поживиться. Наживиться, что? Наживиться? Что это за слова такие, Илья? Наживиться. О, окей. Не переплетенный в потертую кожу, вау. Полтора десятки пустых листов. Ну ладно, возьму все. Пойдет. Да. Серебра, по-моему, мало будет с этого всего дела.
Так, что еще тут есть? Не знаю, зачем мне все это. И все это зачем мне? Вот это я заберу. Вот это тоже классно. Тофи. Тофифи. Тофифи. У меня ХП просто миллиард сейчас. Просто хоть жопа ешь. Какой музон, какой музон? Сейчас надо все продать броннику или кто, как его тут зовут? Лишнее, что я тут накопил. Да заодно починиться. Я не знаю, скушать парочку ножек там, я не знаю, тофифе закушать. Рыбой потом, и потом все сверху винишком зажрать. Я не знаю, зачем я это смотрю, если честно. Ну, типа, наверное, круто. Круто посмотреть, как они не попадают друг другу в руки и пожимают эти запястья. Мы обычно так делали, если руки были грязные. Ну, видимо, у них всегда грязные руки. Ну, хорошо, хоть, кстати, с башни спускают. Это своеобразный, знаете, прыжок веры. Только через катсцену.